Ну вот и все. Так. Секунду. Все. Идем. Это вот эти штуки поехали, да? А, на этой второй части. Whoever sees this, listen up. You can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot it back at them. Watch. 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 Stay loud. The others using this trick. You see? Just shoot it back at them. Как ты знаешь, что на целых 3 часа? Или что он там сказал? Ну, поздновато мне что-то об этом сообщают. Ладно, идем наверх. Так, здесь у нас ящички. Артефакт. Давайте изучим его. Офицерский журнал. Корабль. СМС. Что? СМС, будем. Крозье доставил с поверхности планеты вторую партию артефакт. Я запросил у адмирала Грейс протокол надлежащей обработки и буксировки, но она только отмахнулась. До поступления дальнейших распоряжений я приказал переместить их на хранение в грузовой отсек Терры Новы с остальным артефактом. Так, все. Ты идешь сюда. А, подожди. Там где-нибудь высадим, да? О, да. Пока что вас пытаюсь убивать как нормально. Так. Это он грузовой. Трюм, да. Так. Аптечка и аптечка. Ну ладно. О, смотрите, а вон еще ящики. Кто их сюда, интересно, расставил? Подожди, а мы заметили, да, откуда мы вышли? Мы вот оттуда сначала пришли изначально. И сейчас все завалено. Интересно, а если мы назад пройдем, аж целый этот крюк сделаем? Ну ничего не получится. Там наверняка двери уже все закрыты. Музыка напряженная. Я просто ящики смотрю. Да, вот еще один. И это. О, вот он. Здоровяк. Ладно, давайте. Блин, кинезиса не хватает, да? Да, да, стрелять бесполезно тоже. Сейчас смотрим все. Ладно, и лезем вниз. Прямиком в пекло. Руки оторвал. Oh, shit. This one's regenerating. Kill it. I'm not. Что он сказал? Я нет? А что это, скриптовано, что ли? Вообще, вы видели, что сейчас было? Капец. Где бот, тут что ли? Ну давай. Звуки вообще стрёмные, реально. Ну! Да ебать. Блях, ты мух напугал. Где это? Так, тот не хочет регенерироваться. Да блин, пап. Ладно, вроде взял патроны. Сейчас выпрыгивать буду, чувствую. Блин, это же этот здоровый. Сейчас он регенерировать пока будет. Взял.
О, ну здесь, наверное, безопасность еще будем. Фу, аптечка, нифига она здоровая какая. Так, а там что? Там ничего. Так, ну ладно, в тишине сейчас мы тут разберемся. Итак, сейчас посмотрим, что у нас там, верхний блок. Ничего нового нету. Плазморез есть. Ладно, по-новому у нас... По чертежам давайте глянем. По чертежам, слушайте, ничего пока мы не можем создать, я так понимаю, да? У нас ни на что не хватает, вольфрама не хватает. Ладно, бота подождем. Посмотрим, что нам он нам даст. Этот бот по патронам надо взять. Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Давайте вот это все мы продадим. Подожди, вот это надо тоже продать. А, и на всякий случай переместим. Так, как тут переместить? Enter, enter, все. И сейчас патронов наберем. Какую сборку, подожди? Обойма. Всего один с патрон, что ли? Ой, извините. Так, ну, а здесь еще у нас модификация. Модифицировать что-нибудь сможем? Вот опять бред какой-то. Ладно. Так, патроном. Да, ладно, будем альтернативно использовать вот этот. Все, идем дальше. Там стрём еще что-то будет стрёмное. Блин, опять это. Ну-ка давай. Ну. 4 патрона всадил. Хранение. Контрольная точка, отлично. Нам что-то не очень хорошо. Это значит, что тут сейчас жопа начнет. Да уж. А, друзья, что-то нам включить надо будет, да? Да уж, аптечка нам не пригодится. Блин. Подожди, а что там надо? Садитесь в поезд. Готов поскольку он еще не работает. Не открылся, в смысле. Бляха-муха. Давай, 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 давай. Блин, точно, он еще не приехал, походу. Какой поезд какой? Ладно, сейчас будем. Ну, зажима нет. Сейчас что, убрал? Перезаряжать. Я тоже давно готов. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, их еще и два, ёбаные. Нет, вот смотрите. Это у кого? Это сейчас у меня на улице? Берем старые пушки. Бляха, уже их тут много. Нет, это здесь в игре. Куда все мелкие делись-то? Уйди, сволочь. Давай, давай. Включить! А куда надо? Ну, центральная, а больше некуда. God, I hate those things. Okay, I made it to the tram. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station is where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Isaac out. Да, инвентарь, конечно. Ну да, надо было качать все-таки. Ой, не качать, а это. А... Подожди-ка. Надо было аптечки еще оставить. Точнее, зря я их перекинул. Угу. Подожди-ка, это у нас обычное задание. Обследовать грили.
Сейчас взломаем быстренько. Игра у нас. Electrical, что-то там. Так, это все просто. Так, это тоже чуть сложнее. Ну, не сложнее, просто как бы дольше. Усложняет нам задачи специально. Ну и сейчас уже все просто. В конце. Очень легко. Здесь написано, что это центр. Что это центральная станция, наверное. Верстак. Обойма. Здесь у нас металлолом. И тут что-то мигают. Какие-то сообщения. А, нет, подожди. Ого. Кинетический рассеиватель. Кинетический, заметьте. Ключ боевой рубки. Некий ключ. И запись. Аудиозапись. Так, ладно. Кто-то там застрелился, короче. Чертежи. Где-то пушка, которую мы новую нашли, вот эту. Че, нет еще что? Или я не понимаю немного? Давайте попробуем новое что-то. Ну, например, тяжелая стамина. Создать новый предмет. Мы ничего не можем создать. Плазморез, метрический зонт. Металлолома мало. Бот пока, кстати, еще не завершил свою работку. Так что нам здесь, по сути, делать нечего. Единственное, вот сейчас мы в сейф аптечки вернем. В смысле, к нам обратно. И, блин, обоим мало вообще. Металлолом нужен. Дичайше. Ладно. Так, все, уходим. Так. Подожди, это у нас. Найдите боевую рубку. Это у нас дополнительное задание. Обычное задание, которое вы можете выполнить в любой момент. Ну, в смысле, вот, не в любой момент. Если я сейчас уеду, наверное, нам нельзя будет уже выполнить. Так, а нам, наверное, на корму, да? Назад-то нам не надо, наверное. Так, а как? Ну-ка, подожди. Да, на, вперед, значит. Значит, вперед. Ну, только что обязательно выполняйте. Я знаю, что это за миссия. Так. Обломки у нас тут какие-то. Да, с патронами, конечно, не очень круто. Вообще не круто. Ну, то, что у нас их как-то... Почему 12, кстати, написано, не пойму. 12 с собой, наверное. Не очень круто с патронами. То, что, во-первых, купить их у нас пока средств есть, но их становится все меньше. Хорошо. Все. C3. Идет сохранение. Так, а у меня бота нет. Че мне сигнал-то свои пихаете? Стоп, а это что за дверь? Сейчас посмотрим. А, вот, бот ждет на станке. Ну, сейчас вернемся, че. К нему, да? К боту к нашему. Соберите на станке вольфрамовый торсионный валв, чтобы открыть чего-то. Наверное, это торсионный валв. Смотрите, это такая же рубка, как и там была. Стрелковое оружие. Круто. А, понял. А где станок? Станок, гардероб. Сейчас посмотрим, где он. Чё? Не понял. Все впереди, идем дальше. Стазис нам не нужен. Блин.
Что? Как так? Я сказал, стазис не нужен. Вот тебе сейчас и понадобится стазис. Пойду налево. Да блин, ты хоть вызвал лифта? Я не пойму, я вызвал лифт? Да завались. Слушайте, реально, я не понял. Ой, блин, клешни вот сюда летят. Да, не зря стазис там был. Ну, если он сейчас сюда выпадет, ну это, конечно, не может быть такого. Блин, пердел Кейти. We'll have to remote pilot it back to the repair bay on the Roanoke. Yeah, right. Let me look around. If I can build a remote relay, I can plant it on the hull. Вызвать. Добавлю задание. Смотрим. Соберите пульт дистанционного запуска. Я нашел 0 из 3 деталей челнока. Ну, давайте к задаче. Сейчас вот ящиком сходим. Ну, тут замес будет, смотрите, сколько много места. Тем более, эти звуки, они не зря там. Так, а тут... Тут тоже можно спуститься. Сразу сейчас все соберем. Нафиг. Аптечку. Правильно, давай мне аптечку. Что это такое у нас? Стазис поддержка? А, это, видимо, какая-то... Ну, когда будешь стрелять из оружия, наверное... Они автоматически будут замораживаться, противники ваши, да? Ну это круто. Ну если это вообще. Ладно, идем туда. Сейчас будем что-то искать, а нас будет месить. Так я не понял. Ну давай, включай. И чё? А, понял. Так и знал, надо выбирать стрелочками. Так, там ящик пока нельзя собрать. Ну, тут можно кататься, кстати, вот так. От них, а от того края к этому, пока они за нами бегать будут. Кроморф. Так, тут станок. Это внушает... оптимизм. Ну, потому что, значит, у нас будет время разобраться со своим инвентарем. Ну, вот, например, сейчас. Так, смотрим. Ух ты, сколько. А, требуется... Ух ты, а это, смотрите, что-то собирать по заданию надо. Так, хорошо. Так, смотрим, что у нас бот собрал. Что-то вольфрам мало, ну ладно. Итак, смотрим, чертежи. Дробовик можем сделать. Торсионный вал, помните? Тоже нам сказали сделать. Дробовик. Цена 0. Слыхали? Цена 0, точно? Точно? Точно ли 0 цена? Ну, там написано было, цена 0, а есть 50 вроде бы. Так. Дробовичок. Создание. Нижний блок. Гидравлическая. Плазморез. Блин, да это ж не плазморез. Что это такое? Сейчас проверим. Проверим сейчас. Так, по созданию предметов пока не надо, ладно. Чертежи. Торсионный вал какой-то там надо было. Потрошитель. Ну, все, как видите, на красном сейчас. Сейчас посмотрим, что за плазморез. Ну и что это такое?
Так, вот эту штуку надо заменить, потому что она медленная. Наверное. Да это мы знаем. Так, вот эту. Мы ее качали, по-моему, кстати. Давайте вот эту модификацию глянем. Блин, да, модифицировали. Убрать цепь. Убираем. И давайте из сейфа вот эту вот штучку перенесем сюда, да. Нет, мы забыли разобрать его. Сначала сейчас разберем. Так, а зачем разбирать вообще, вон. Да, снять и разобрать. Блях, что сделал. Новая стандартная станина, тяжелая. Излучатель Теслы, стрелковое оружие. Так, все, теперь идем в сейф. Перекидываем это сюда. Идем сюда. Идем вот в это оружие. Нижний. У нас, кстати, можно три пушки создать, по-моему. Модуль поворотник. Нет, мы берем гидравлическое и излучатель Теслы. Вот что-то интересное. Давайте стрелковое. Стрелковое оружие. Насадка на верхний. Во, стазис поддержка, смотрите-ка. Круто, теперь они будут замораживаться, наверное. А сразу. Ну, в принципе, я уже все. Новая. Тяжелая стандартная станина. Берем. Излучатель. Так, новый мы можем создать метрический зонт какой-то из стрелкового оружия. Что за метрический зонт? Урон у него дофигище, конечно. Ну-ка, а у этого сколько, например, урон? У верхнего. Ну, тоже нормально. Давайте попробуем создать, что за метрический зонт. Метрический зонт. Да. Может, говно, конечно. А нижний, соответственно, излучатель Теслы. А, блях, муха, и вот собака. Ну, ладно. А если разобрать? Мне этот вернут. Как его там? Как его называют? Ёкарный мамай. Собака забыл. Вольфрам, во. Метрический зонд. Снять и разобрать. Снять и разобрать. Ладно, давайте его пока оставим. А потом, если нам не понравится какой-либо из новых оружий, мы обязательно поменяем его. Все, давай сваливаем отсюда. Блин, что-то мне там написали. Ну ладно. Смотрим. Берем, вот он. Стазис модуль. Прикольная штучка синяя. Весь такой в неоне сейчас будет. А нам, собственно, куда надо-то? Нам куда-то вниз, мне показалось. Сюда. Понял я, что нам надо. Стоп. А, к станку показывает. Понятно. Нам, короче, что-то искать надо. Ладно. Давай вниз тогда, что? Да включи ты, Все, идем. Самое бегущее. Че, не понял. Эй. А, это я на нижнюю.